чарівни мешарея. Так, ну помогите нам. Лесополка. Можно закрыть рты, пожалуйста, блядь? Давайте человек пообщается. Лесополка. Лесополосой сразу с Краснолюбецкой вверх? Да. Полями, блядь. На карте покажешь? Сейчас закроем. Возможно, ну да. Сколько у вас там человек? Все, давай поможем, поможем, пацаны. 36% личного состава. Это примерно человек 40. 40 это что ты говоришь? Там что у вас стоит? Рота, это батальон, рот, блядь? Рота. Рота там, 36 человек? Да. Остатки. Техника. Мотологи. А танк там стоит, блядь, нахуй. Наверху есть танк. Где наверху? В Калининском? Да, вот. За мостом? Вот за мостом сразу. А что на этой стороне моста есть? На этой стороне моста, короче, мы и ополченцы. Ополченцев не могу сказать, сколько точно. Вас сколько там на этой стороне моста? Наш всего 36. 36. На той стороне что? На той стороне ополченцы и все. И все? И танк. Какие танки? Там еще мотолыга была. Т-82 и мотолыга на... Т-72, да, наверное? Ну, я не знаю, как... Ты сколько служишь, блядь? Недавно начал. Откуда родом? Краснодар. Жить хочешь? Да. Какие у вас планы на ближайшие два дня? На ближайшие... Там продолжит разговор. Да? Я еще раз спрашиваю, ты жить хочешь? Да. Планы на ближайшие два дня? Увидеть мать. Не у тебя, блядь. Подразделение ваше. Подразделение? У российской армии, блядь, Российской Федерации, блядь. Делать окопы. Какие его задачи? Укрепляться? Оборону, блядь, укреплять? Держать оборону, дабы не пропустить противника, типа, в глубину строя. А какой, нахуй, противник у тебя может быть? Кого хуй ты делаешь, нахуй, на территории Украины?
Слышь, друган, давай, заканчивай, реально. Пошли, да нет, погнали, это ненормально, потому что сейчас будет, блядь, птичек полетать, поиски их, а мы тут демагогию разводим. Да не будет. Пускай уже пацаны там работают с ними. Все, забирайте его, ё. Сейчас забираю. Действительно военную службу. А я даже не помню. Не помнишь, когда ты был призван? Да. Когда въехал на территорию Украины? 10 дней назад. Да ты шо? Да, я живу, меня отправили с части в Белоруссию, да мы там, да постреляли, да что-то поделали, и потом сказали, все, сюда ехать. Да, слышишь, мне вот самое больше интересно, бля, какого у тебя, вот ты русский, да, блядь? Да. Срочник, 18 лет, блядь, какого хуя у тебя, нахуй, блядь, берцы украинские? А где ты взял берцы украинские? Мне их дал мой взводник. Взводник дал? Да, я же, да, это в тапочках своих. А ну еще раз скажи, сколько лет тебе? 18. А что ты делаешь на территории Украины? Честно, вообще не знаю. Да я-то автомата в руках не держал. Не держал, да, но оказался на Донбассе и херячишь мирных жителей. Херячишь мирных жителей, насилуете, убиваете детей, блядь, и тому подобное. Денис, тебе самому не стыдно быть русским? Вот из таких людей, как они, прям что-то вообще стыдно из того, что они воруют, насилуют и грабят. А я просто побоялся стрелять и убежал в лес. Вот я. Вот прикинь, мы бы такие были, как вы, бля. Вот взяли, да, сейчас захуярили тебя и все. Просто захуярили, блядь. Мамка не увидит, батя не увидит, блядь. И все остальное. Да. А знаешь, чему тебя не захуярили? Почему? Потому что нам надо своих пацанов вытаскивать. Потому что вы пришли на нашу территорию, на нашу землю. И занимаетесь хуйней, блядь. Полной хуйней. Тебя сейчас отвезти куда-то там в Киев, в Бучу. Да в любой куточек Украины. Тебя порвут нахуй. И не будут смотреть, сколько тебе лет. 18. 20, 25, 30, 40. Повоевал в Украине? Я спрашиваю, повоевал, навоевался? Ну, да. Нихуя не понравилось, да? Вообще нет, все на... Да понятно, бля. Ну да, но зато в украинских берцах походишь немного. Потом будешь всем рассказывать, какие берцы у нас классные делают. Тебе ж нравятся они? Берцы нравятся? Удобные. Вот. Видишь, тебя кинули как собаку, свои же, блядь. Вот, да. Подыхать. А украинская армия, блядь, вместо того, чтобы тебе, блядь, просто голову свернуть, блядь, тебя еще и лечить сейчас будет. Архарец. Блядь, 18 лет. Куда родители смотрят, это пиздец. А мамка хоть знает, что ты тут? Да. И шо? Она говорит, а когда... Оказался, да, тут? Да, я вот сам. А кто тебя заставил, блядь? Что произошло? Почему ты приехал сюда? Ну, у нас же учения были, я отправил в Беларусь. Все, да мы там постреляли, да, ракеты на полигоне позапускали, я и отрубал. А потом хуяк, и я в Украине, да? Вот, и все, и говорят из того, что людей не хватает, вас тоже отправляют. И я писал рапорт на отказ, а его не приняли. Я понял. За медиком выехал? Через Бучу проехал. А в Буче был? В Буче нет. А Мариуполь? Нет. Я вот здесь вот. 10 дней. Так у вас уже что получается, срочников отправляют? А? Срочников тоже уже отправляют? Да. Ну потому что людей не хватает. Я понял. Ну и как тебе украинские бойцы? Пиздов нормально вешают? Да, прям. Я понял. Я... Не надо ехать. Запомни, раз навсегда, не надо ехать в нашу страну. Чтоб там у нас не было в нашей стране, мы всегда разберемся сами, блядь, и не нуждаемся в каких-то там, блядь, советах и в каких-то помощах нам.
Понятно, нет? Понятно. И запомни раз навсегда, наш народ, самый лучший народ, дружелюбный народ. Народ, который любит все страны мира, блядь. А вас просто за свиней, блядь, уже считают. Вы фашисты. Не мы фашисты, друг, а вы, блядь, фашисты. То, что вы творите, блядь, это просто пиздец. Ужас. Ужас. Ладно, еще попить, пожалуйста. Да. Дадим тебе водички. Своим потом привет передашь, бля. Голову подымай. Все? Да, спасибо. Сейчас медик приедет, поможет. Потом своим там, блядь, передашь. Чтоб наших, кто в плену находится, относились по-человечески. Понял? Да, конечно. Понял. Давайте, я вижу тебя. Давайте, русский Ваня. Что, мрази, блядь? Держите, блядь. Добро пожаловать, блядь. Ребятки, блядь, заезжайте еще. Чего, блядь? Посмотрите, блядь. Что вам, хуёво здесь было, блядь? Давай еще пиздуйте, блядь. Охуительно? Милости просим. Рулит мой Жека Кен, у пидоров отжали.